Добрый вечер, дамы и господа. Мы продолжаем цикл розыгрышей в этом году. Уже 23-й или 24-й розыгрыш. Нам сегодня помогает Санек, да? Саша, Александр помогает доставать шарики из лототрона. Последняя цифра порядкового номера. Шарики раскручиваем, барабан. Достаем циферку. Саша, давай, помогай. Давай сюда на столик. Давай. Саша, господи. Давай, доставай шарик, Саша. Доставай, какой там шарик. Один. Да, давай. Какой ты достал шарик, Саша? Цифра 2. Последняя цифра порядкового номера. Цифра 2. Сейчас мы ее приклеим. Помогите. Приклей цифру 2. Вот, ну вот, вот последнюю туда, вот там. Достань цифру 2, вот туда, последнюю. Так, Саша, раскручиваем лототрон, достаем предпоследнюю цифру порядкового номера. Ну и отходи сразу оттуда. Давай, Саша, доставай шар эту самую. Шарик Саша достает. Один, доставай. Какая цифра? Предпоследняя цифра 8. Опять забрасываем шарик в лототрон. Ставь цифру 8. Да стой, 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 стой. А ты не мешаешь, если ты стоишь на этом, ты не мешаешь. Итак, Саша, достаем третью цифру с конца. Доставай шарик, Саша. Доставай, давай, давай, давай. Одну. Один, Саша, один, достаточно, один. Итак, третья цифра с конца. Цифра 1. Забрасываем шарик в лототрон, раскручиваем карман. Определяем вторую цифру с начала или четвертую с конца. Давай, Саша, доставай. Ты не устал наклоняться, Саша? Какая там цифра получается? Опять один. Опять цифра один. Замечательно. Закрываем лототрон. Так, передам второй набор. Саша, пока сойди. Мы сейчас в лототроне, значит, на сегодняшний день у нас куплено, 41 тысяча книжечек у нас куплено. Последние четыре цифры 11 тысяч, 1182, 1182, 41 182 книжечки мы купили. Поэтому мы сейчас оставляем в лототроне 5 шариков, 0, 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8, 9 изымаем. И разыгрываем первую цифру порядкового номера вашей книжечки. Так, цифра 1. Помогай, иди сюда. Держи шарик 1. Держи раз. Так, это мы сюда оставляем шарики. Так, держи цифра 3. Так. Держи 0. Тихо, не роняй. Осторожно. Так, 4, 2. Это оставляем. Бросай 3 шарика туда. Бросает 3 шарика. Все, в лототроне 5 шариков. Определяем первую цифру порядка номера. Саша, давай, помогай нам. Становись, Саша. Так, открываем лототрончик. Давай, доставай, Саша, циферку. Какую нам Саша достанет циферку? Цифра 1. Господи, Саша, молодец, я тебя поздравляю. Ты определил победителя. Эту книжечку с номером 11182 купили 2 года назад. 2 года назад человек купил книжечку, но он продолжает участвовать. Что ты сделал? Ёлка-ЛМД. Азохинвей. Ну, Ферно, спасибо, молодец. Итак, мы завершили очередной розыгрыш призов в этом году. Я вас поздравляю. Номерочек 11182 выиграл мобильный телефон. Заходите на сайт, проверяете, ваш номер совпадает, вы мне звоните, оставляете ваш адрес, я иду на главпочтам, подправляю вам мобильный телефон, вы мне присылаете фотографию, и я забрасываю на сайт, чтобы все видели, что вы молодец, купили книжечку, выиграли приз. Спасибо, до свидания, до новых встреч.